Хотели выдвинуть требования, чтобы закрыть, значит, раз и навсегда закрыть овощную базу, где работают жители Азии и Кавказа. Взорвать базу! Вот. Взорвать! И, значит, закрыть публичные дома, про которые знали вся наша полиция, ОВД Бирюлево-Западная. Вот, два публичных дома, которые уже существуют несколько лет. Вот, это надо просто прекратить безобразие. Если уберут отсюда публичные дома, а самое главное, овощная база, не будет этого беспредела. Не будут убивать наших просто детей здесь. Значит, у нас часть граждан пошла. Мы в Остряковске движение сняли по Остряковске. Они будут еще пересекать, сейчас у нас получается... Как это называется, улица?